Приветствую вас, дорогие друзья! Перед просмотром не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик. А мы начинаем. Лолита Милявская выложила в Инстаграме забавный ролик о том, как она проходила через КПП одного из офисных центров. Звезда затребовала, чтобы ее тщательно досмотрели, мало ли что и мало ли где на ней может быть спрятано. Этот порыв она назвала актом гражданского самосознания. Проход через рамку металлодетектора ее не устроил. Лолита решила просканироваться вместе с багажом в рентгеновском аппарате. Милявскую, хоть и основательно похудевшую, дюймовочкой назвать нельзя. Плюс на ней был огромный и пухлый жилет-пуховик. Процесс размещения певицы на багажной ленте и попытки уместиться в сканирующий аппарат, запечатленные на видео, сопровождались сдавленным хихиканием зрителей, оставшихся за кадром. «Я законопослушная, я хочу как все. Я требую, чтоб меня досмотрели. Я хочу, чтоб меня досмотрели», – твердила Лолита, пока не скрылась в недрах агрегата. Лайки и смеющиеся смайлики поставили в микроблоге Милявской не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу – Лера Кудрявцева, Анита Цой, Катя Лель, певица Слава и другие. Лолита Милявская активно ведет свой блог в Инстаграм. Было время, когда она совсем забросила это дело. Осознав ошибку, певица решила исправиться и попросила за это прощение у поклонников. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.